Что? А мама где сядет? Ты мамино место занял. Мамино место занял. Да. Скажи привет-привет. Привет-привет. Привет всем. Ай, не щипай меня за ненужные места. Скажи всем привет-привет. Привет. Привет-привет. Что нет-то? Привет, привет. Привет. Всем здрасте. Ай-яй-яй, Паш, ты чего мне кусаешь? Нельзя кусать маму за кости. Ты с ума сошел. Всем здрасте. Сына, нельзя, нельзя бешенство включать. Особенно, когда ты на мне сидишь. Да, у нас тепло. Я вам даже больше скажу, мы отключили дом батареи, как у нас тепло. Очень тепло. Ингалятором. Ну, у нас есть, мы пользовались один раз, когда нам назначали ингаляции. Так себе могу сказать из опыта. Ребенок упал. На тебе штучку такую, хочешь поиграть с ней? Следи за ногами. Вот куда ты прешь-то? Грани не видишь, Павел. Да, с кровати и с дивана падал. Так, сейчас, секунду, вопросы листаются. Листаются они в том порядке. Так. Сколько процентов зарядки? А, у меня, как всегда, мало. Наверное, процентов 30. Телефон вечно разряженный. Сколько по времени гуляем? Ну, всегда по-разному. Сегодня, например, не погуляли ни хрена. Дом нет воды вообще горячей, холодной нету, ничего нету, и ребенка... Блин, слава богу, он сегодня в туалет еще не ходил. Даже мне кажется, что у него даже салфеток нету дома. С какого возраста начали давать фрукты, каши и мясо? Где-то 6 месяцев. Слушайте, ну сегодня нормально, но вот он поспал утром, вот полтора часа и все, пока вот он как в 11 проснулся, больше мы еще не спали. А, привет, кушает омлет, сколько месяцев давали? Омлет не ест, мы просто добавляем яйца, либо вот я делала макароны с яйцами в перемешку, а так чисто, чтобы ел омлет, нет. Вот сегодня давала ему утром сырники свои, а, тоже, блин, там... Два раза откусил, короче, и все. Ну, вот прям не идет ему творог, яйца. Дела хорошо вроде. Пыталась уложить Пашка, и, короче, так и не получилось. А у тебя когда-нибудь... Так, падал с дивана с кровати? Да, вот дошло до вопроса. Ты мне нужна по одному делу. Напишите в директ, я до него доберусь обязательно. Либо там в комментарии напишите, чтобы посмотреть директ, я сразу на вашу страничку зайду и увижу. Так, Топсе, привет. Если был насморк при беременности, чем спасались, ничего не помогает. Слушайте, при беременности у меня был гайморит, вот, я даже делала рентген, и я лечилась антибиотиками, поэтому у меня было серьезное лечение. А так, наверное, как и у всех там... Либо детские какие-то капли, которые разрешены. Там мирамистин, грифферон. Вот, можно. Сколько стоит занятие в бассейне? 1200 одно занятие. Был ли у вас в стуле ПГВ красные вкрапления? Наверное, я не помню. Наверное, нет. Он был всегда обычно оранжевого, коричневого цвета. А Астрахань, привет. Дома не надо, да, сидеть? Ну, блин, дома нет. Но у меня дома дела. Дела в том же самом телефоне. Домашние обычные дела, поэтому нет. Когда я сижу дома, я могу больше дел своих переделать, чем когда я выхожу на улицу.
Хотя сегодня мы хотели доехать до бабушки, но, естественно, мы никуда не поехали, потому что, короче, отключили воду. Я хотела заняться уборкой. У меня в ванне, вы бы видели вообще, что творится. Вещи уже просто на полу валяются, потому что они не помещаются в корзину. Надо все перегладить. Слава богу, у меня сегодня приедет пораньше домой Миша. Ну, возможно, к нам придут гости. Поэтому я хотела сегодня заняться глажкой. И не знаю, получится или нет. Екатеринбург, привет. Почему назвали Пашей просто? Брови нравятся. Да, нравится. Жду, пока облезут. Вот это начала немножечко облезать. Там красочка подстираться, еще надо их выщипать. Я тебе по жопе дам. По жопе дам. Нельзя кусаться. Да, больно. Я тебя буду кусать тогда. Какой, а? Привет с Гродно. Надеюсь, правильно прочитала. Привет. У меня проблемы, кстати, с ударением по поводу городов. Вы курите, я курила. Могу покурить, когда, например, выпью. Паша научился чувствовать край дивана, кровати, наш пофиг в 11 месяцев. Да, научился быстро. Но научился, просто мы его научили слазить, и поэтому, ну, нормально. Хотя он реально носится по дивану, по кровати, я не знаю, как он не летает. Вот, но бывает. Бывает, что заигрывается очень часто, обычно это бывает вечером. Он начинает носиться по кровати, просто ударяется там головой 354 раза об стенку. Какой-нибудь, я не знаю, там чуть ли не край полки. Потом, естественно, он ударяется так, что ему становится больно, он начинает реветь, все. И вот он ложится спать. Это уже как вечерний обряд. Блин, брови на самом деле чешутся, вообще капец, мне так и хочется их потрогать. Сколько сейчас слов говорит Паш, ты сама его учит или сам запоминает? Ну, знаете, как это идет из серии, типа, Паша, дай, дай, нужно говорить дай, дай. И что-то у него пытается, но как бы я, ну, вот этих звуков, да, которые сейчас называются словами, он говорит много. Но, вот, честно, я не могу сказать точно сколько, потому что все-таки, ну, слова, как стул, стол, это немножечко другое. А, привет, 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 привет. Где купить женский пуховик? Слушайте, да, сейчас вообще их полным-полно. Везде, везде. Даже вот я оставляла ссылку, который магазин, у кого у меня там тоже есть, дофига дешевых. И, в принципе, нормальных. Вот, я там куртку... Ну, а смотря, ну, зимние, конечно, это сложно, потому что в том году... Так, в том году... Я покупала себе парку. Заказывала где-то в Инстаграме, через интернет. Мне просто важна была доставка. Вот, мне привезли с доставкой два пуховика. Короче, я их померила и вот выбрала себе один. Но я не особо мерзлявая, хотя парки достаточно, в принципе, теплые. СМИ сегодня нет, не кормлю. Что Паша ест на обед и ужин. Сегодня... Был рис с мясом и с брокколи. А на ужин не знаю, что будет. Сейчас малину ел. На ужин что-нибудь придумаем. Будете подстригать? Я вообще хотела, но у меня не хочет муж. Хорошо ест пюре из кабачка и других овощей. Я своему начала давать кабачок, он совсем не хочет его есть. Да, на самом деле хорошо ест. Овощи он любит. Вот. Не помню, что он не ел. Честно, не вспомню, но я это смешивала. Например, там кабачок с картошкой. Да, сынок. Нельзя. Ты что маму бьешь? Что за... Ты зачем щипаешься? Это больно. Ты понимаешь, что это больно? В твоих глазах я вижу непонимание. Сынок, ты меня вот... Ты начинаешь заигрываться, серьезно. Вот сейчас получишь по жопе и начнешь реветь. Когда хотела выйти на работу? Честно, я вообще пока не хочу уходить на работу. Сочи, привет. Так. Да, ты будешь кататься? Через сколько планируете второго? Не знаю.
Может быть, в ближайшее время, может быть, нет. Тамбов, привет! Так. Мне 7 месяцев беременности отказывают ноги ночью во время сна, ногу с судорогами. Что делать? Еще откуда столько много всего, ты знаешь, не знаю. Откуда много? Я знаю, судороги чаще всего происходят из-за того, что недостаток кальция в организме. Вот, поэтому либо отдельно пьете кальций, либо в больших достаточных количествах кушаете бананы. У меня тоже были судороги, сводила ногу, вот, поэтому бананы, кальций в помощь. Златоуст, привет. Так, когда в прогулку пересели? В 6 месяцев. Воронеж, привет. Так, набережные Челны, добрый обед. Вроде не вечер, ну да, добрый день, точно, добрый обед. Ладно, добрый обед тоже будет такое слово. Словосочетание. Так, спасибо большое. Мой так жрет. Ой, это вообще, это теперь вот это, этот крик, это означает то, что ему вот что-то не дают. И это его протест. И сейчас это почти вообще на все, на все мои действия. Город Артем. Привет. Так, после родов сильно волосы выпадали? Достаточно сильно, да. Так же, как и, наверное, не помню, в какой, во второй триместр. Никак? Паша, ты не... Понятно. И что ты туда усел? То есть вот так. Куда? Нельзя так свисать. Паша, слезь с дивана. Паша. Паш. Ты сейчас кувыркнешься. Нормально, слезь с дивана. Ой, блин. Ладно, я пока камеру так подержу, потому что я боюсь, что он у меня это заиграется. Мясо 6 месяцев давали, а мы где-то со 7, наверное. Слез. А, привет, сколько Паша начал переворачиваться со спины на живот? 3 месяца и даже не пытаемся. Я заставляла его сама, тренировала. Мы перевернулись 3 месяца 20 дней. У меня есть замечательная книжка, можно найти ее в актуальном. Может быть, даже я ее достану, если нужно показать. Там, короче, прописано, что когда должен делать ребенок, как ему делать массаж, гимнастику, какими развивашками заниматься и так далее и тому подобное. Вот. Прям советую приобрести. Что-то там называется, по-моему, главная книга российской мамы. Как-то так. Вот. Очень классная, прям советую. У нас также прыгает по дивану с дивана, но падает нечасто. Ну вот у нас бывает, когда заигрывается прям, вот заигрывается. Планируете к морю зимой? А, к сожалению, нет, потому что в Сочи холодно. По вопросу, почему Сочи, потому что не выездные. Вот. Паш, что это такое вообще? Аут? Смесь не даем. Спасибо большое, это классно. Спит тоже соску, ночью не будет, если уронит соску. Вообще засыпает соской, а спит уже без соски. Да, я ходила с челкой одно время. Где в Подольске живешь, можешь соседи на Свердлова. А в Сочи купаются в море. Перестань трогать брови. Блин, да знаете, как все чешется вообще, капец. Так, сколько кал примерно кушает в день? Я думаю, кал, думаю, какашек. Калорий кушаете в день. Если я, то, наверное, там 1300, может быть. А Паша, не знаю. Но ест он явно больше и сытнее, чем я. С какими месяцами ввели прикорм? 4,5. Иркутск, привет. Какие трусики покупать Паше? Мэрисы.
Болел ли Паша, как сильно приходилось использовать небулайзер? Сидел ли спокойно с маской во время ингаляции? Нет, это было вообще ужасно, на самом деле, была истерика. Но потом мы не надевали маску, мы просто вот так вот около носа и около горла дышали трубку. Ну, держали трубку, и он дышал. Честно, нам тогда ставили... Сейчас я вам скажу, что... Атит, по-моему, да, называется, правильно? Да. Вот, но это был диагноз, кстати, ошибочный. К неправильному педиатру попали. Вот, делали ингаляцию один день и потом перестали давать. Моя мамская тут чутье подсказывала мне, что у нас нет атита, это просто реакция была на зубы, и действительно так она и оказалась. А судороги еще магния, может, не хватит. Ну, вот, да. Винница с тобой, калий, наверное, кальций. Ну, этот вопрос надо уточнить. Брянск, привет. Бывшая жена моего мужа из Брянска. Не знаю, почему я сейчас об этом вспомнила. В общем, всем привет из Брянска. Новосибирск, привет. Скажите, пожалуйста, были колики? Как спасались? Колики были? Энтерокин. В банках вроде калий, а не кальций. Или он тоже у меня, когда курила сигареты, сводила и икры. Блин, слушайте, я честно, я не помню. Я помню, что, по-моему, кальций. Кальций в костях. Если бы был муж дома, я бы вам точно сказала. Вот, хотя нужно посмотреть, что находится в бананах. И тогда мы выясним этот вопрос. Вот. Ну, один хрен, короче, понятное дело, что чего-то не хватает. Либо кальция, либо калия. Так. Калий, магний, пила, помог. О, Украина, привет. Прививки платно делаете, да. Обожаю этого профи, спасибо. С какого возраста у Паши ритуал от одеялом на сон? С детства. Прям вот с нуля. Владивосток, привет. Какими масками ты пользуешься? Для волос вообще все показывала. Какая-то красная. Я не знаю, как она называется, но она есть в актуальном покупке. Другая фирма, это ЧП1. У меня маски и бальзам для волос. И, в принципе, все. Вот. Кстати, недавно я хотела, короче, накрутиться. Я могу вам сказать, что я сожгла вот эти два пальца об эту долбанную плойку. Я поняла, что это вообще не для меня, не для моих волос, потому что они, мать его, вообще не накручиваются. Ну, очень сложно накрутить. Я там не знаю, какими средствами пшикают обычно меня стилисты, чтобы это все держалось. Потом я достала свою, короче, накручивающуюся какую-то плойку, а тоже ни хрена не взялось. Только подожгла себе немножко волос и решила, что я не буду накручиваться. Спасибо большое за классных родителей. У нас на севере хмао, темно, пол шестого зима. Ух, ничего себе. Ставрополь, привет. Сочи, привет. Спасибо большое. Долго после родов брали животом, как убрала? Едой. Правильно, едой. Так, почему у вас ребенок в одном памперсе? У вас дома так тепло, да. Я говорю, что мы даже вот на днях выключили батареи. И, собственно, у нас в комнате, где спим, открытое окно. Но не вечером, правда, вечером мы открываем балкон, чтобы был открытый. А вот днем Паша спит еще и при открытом окне, ну и в одном памперсе. Так, почему вы всегда в памперсах? Ну, как вам сказать, мы не всегда в памперсах, но я же... Ну, не буду там снимать сторисы, когда ребенок у меня с голой писькой бегает. Сегодня вон сняла там, это, пыталась закрыть сердечком, чтобы ничего не было видно. За это же Инстаграм блокирует. Это типа считается как порнография. Вот, поэтому мы не всегда в памперсах. Просто я это не снимаю. Так, мы только недавно выписались из больницы, ребенка будто подменили, моего жизнерадостного покойного сына превратили в истеричку. Что делать, не знаю, на 8 месяцев. Ничего себе, с чем лежали, что случилось. Так, насчет губ, гиалуронка была и она есть. Завтра я выложу пост.
Обещаю, честное слово. Сегодня просто будет рассылка. Вот, завтра с утречка выложу пост про губы. Надеюсь, что он будет супер-пупер подробный. Писала его вместе с мужем, вспоминали, какие препараты были. Вот, и все. Брови почему такие яркие сделала, чем... Да, да, еще яркие, прям, блин, ядреные. Ну, вот здесь вот видите, вот здесь не видно. Вот эти волоски надо выщипать. А сделала микроблейдинг. Паша разговаривает, ну, что-то говорит там на своем армянском, а так нет. Так, растворимые магазины даешь или сама готовишь? Если сама, то на каком молоке? А, короче, что-то я даю покупные, что-то я варю сама. Вот. А, но то. Овсянку, например, я делаю только на воде. А если это касается, например, какой-нибудь рисовой каши, то беру вообще обычное молоко, просто порция молока минимальная, так сказать, знаете, чисто, короче, для цвета, и больше воды. И здесь зависит только от того, что у меня ребенок реально очень плохо ест кашу на молоке. Ну, вот он не молочная душа совершенно. В принципе, наверное, как и я. Вот кто-то, знаете, там, не знаю, там будет макароны с творогом есть, а я так не могу. Ну, вот, блин, когда вот молочка, там не могут жить там без сметанки или еще что-то. Вот я не такая, и видимо, Паша тоже как-то вот не такой. Эфир сохраню. Экономия в одежде, когда дома тепло. Да, на самом деле это вообще офигенно как. Собственно, у меня вот меньше 20% стало на телефоне. А раньше я всегда одевала Пашу там какие-то бодики, и там что-то они там вроде симпатичные были. И он все засирал жрачкой, потому что у нас дикий ор на слюнявчике, и он не будет есть слюнявчики вообще. А сейчас я просто всегда его кормлю голым, очень удобно. Эту книгу... Сейчас, секунду, покажу. Играй, Сима. Так... Сейчас, секундочку, где-то она у меня, вот она. Так. Смотрите, выглядит вот так. Вот, и тут, собственно, начало. Сейчас, секунду. Это, так, декоративная косметика, уход за кожей лица. Ну, это вообще беременность. Паша, не трогай книжку, это не твое. Так, а там какая-то депрессия. Сына. Так, новый образ будущей мамы. Сейчас, секундочку. Этот ребенок просто... Паш, ну это не твоя книжка. Я тебе дам другую. Это не значит, что я тебе ее дала. Так, роды. Так, сейчас, секундочку. Детская комната. Я сказала. Нельзя. Что, ты обиделся? Обиделся. Так, ладно. Смотрите, вот инстинкты, рефлексы, которыми обладает новорожденный. Тут сразу показано, короче, там, как купать, что, короче, делать, как там, я не знаю, нос прочищать, подготовка ко сну. Как проводить прием вибрации младенцу? Это я даже не читала, честно. Так, смеси для малышей, у которых есть проблемы со здоровьем. Вот, смотрите, игры, игрушки для ребенка от 6 до 9 месяцев. То есть все вообще расписано. Смотрите, вот 8 месяц, да, как развивается младенец. И вот тут у нас в самом конце есть вот такие вот таблички. А, нет, это безопасность в доме. Блин, как плохо иметь плохое зрение. Так, игрушки. Секунду. Детская мебель. Это так. Развитие речи. Сейчас, секунду. Полезные какие-то подсказки. А, вот, смотрите, видите, что умеет, типа, малышка 8 месяцев. И тут написано, типа, что, короче, ребенок должен уметь к 8 месяцам.
А вот тут, например, что должно вас потревожить, да, если ребенок не сидит, не пытается встать, не может ползти назад, не может стоять при поддержке без рук или для тополя. Вот, и в принципе, короче, в ней вот все написано, совместный поход по делам. Короче, все-все-все расписано вот от и до, отлучения от груди. А, что тут у нас еще есть? А, еще есть общая гигиена, умывание. А, короче, вот она реально от беременности, вот медицинская помощь. Вот она идет от беременности до, наверное, всего там, я не знаю, какого возраста это, короче, ну, первый год, наверное, это точно. Сейчас надо по оглавлению посмотреть, чем это заканчивается. Я просто ее оттуда не читала, то есть вот мне когда надо, там, да, определенный месяц первый был. А, вот, смотрите, развитие и уход за ребенком вот с 1 года до 3 лет. Вот, собственно, здесь 754 страницы. В них есть колыбельные, потешки, пастушки, прибаутки и небылицы даже. И, в принципе, написано все. Вот прям вот просто все. Знаете, это очень удобно. Книжка, блин, не знаю, сколько стоит. К сожалению, не написано. Заказывала я, по-моему, на Озон. Да, тут нету. Кстати, она 16+. Вот. И что хочу сказать. А, там, может быть, она стоит... Вот это что такое? Ну-ка, кыш, кыш с моего места. Стоит она где-то там 700 рублей, но она реально пригодится. Можно, конечно, все это лазить, там, смотреть в интернете, но очень удобно. Она у меня была настольной, вот прям прикроватной книженцей. А больше не ходите на развивашки? Не, мы на самом деле очень хотим ходить, но пока меняется этот долбанный график, я не могу понять, короче, как спит, потому что развивашки в определенные часы, это вот в 11-12, и по каким-то дням в 5 и в 6 вечера. Вот. По-моему, по четвергам в 5 и 6 вечера. Короче, вот пока плавающий график, да, не могу подобрать, когда мы будем ходить. Вот на эти кнопки надо нажимать. Да. Да я не хочу, сам играю. Ну ладно. Спасибо, сынок. А, почему не выездные? Ну, там по своим причинам. Так, слова, я не знаю. Паш, скажи что-нибудь. Ну скажи что-нибудь. Дай. На. Скажи на. Будешь что-нибудь говорить? Ничего не говорит. Паш. Я. Загуд. Сынок. Короче, говорит он тогда, когда хочет. Решил полежать? Сынок. Да. Я его явно отвлекаю от своих дел. Розыгрыш был, да, я же говорила, что через сутки. А, так, еда, я начала страницы вести уже будучи, нет, после родов, несколько месяцев даже уже прошло. Про свое кольцо очень нравится. Про это Sunlight, вот это кольцо Миш купил в Сочах. Кстати, нас бы, наверное, обручальное одеть. Было бы неплохо. Вот так. Как вы с Пашей пришли к самозасыпанию? Да как-то вообще просто. Один раз я его оставила, положила, точнее, в кровать. И просто ушла, что-то мне там надо было. И я прихожу, он спит. И я такая, опа-на. Вроде как бы, ну, неплохо, прикольно. И на второй день я также попробовала и прокатила, и так и начала просто класть и уходить. И он нормально засыпает. Во сколько можно присаживать ребенка, во сколько Паша сел? Присаживать в 45 градусов начали месяцев, наверное, 6. Вот. А сел он прямо, чтобы сел, это где-то было 7.
Так, что брызгали в горло, когда красное было. Мирамистин. Камила Сахер помогла при зубках. Слушайте, я не могу сказать точно. Как бы мне кажется, что вот с лидокаином, которая фигня, как она там, хафитол, хафисал, халитол, блин, и комистат намного лучше. Спасибо большое, привет, Наксюш Бродину. Паша, зачем ты мне переворачиваешь все? Смотри на себя, ты как чепчик выглядишь. Ты как маленький бомжара. Ой, Катьмар, да? Тула, привет. Белгород, привет. Волгоград, привет. Кальций, точно, кальций. Пенза, добрый день. Владимир, привет. Калий в бананах. Луховицы, добрый день. Паша, были глисты? Нет. Ну, пока нет. Там... Ай, не кусайся. Нельзя маму кусать. Доберемся. Дайте сейчас. Что за Паша? Смотри, что он делает. Нельзя кусаться. Ты что творишь? Нельзя кусаться. Нельзя. Мама тебя сама будет кусать. Отдай. Что отдай? Отдай. Да. Да. Там, мячик. Иди за мячиком. Мячик, вон он, мячик. Иди за мячиком. Ну ты так-то не дотянешься до него. Да, иди мячик возьми и маме будешь кидать его. Да, кидай мяч. О, молодец. Смотри. Ту-у-у. Где мяч? Да. Да, бери мяч. Да. О, он опять убежал. Да. Розыгрыш был, ребенку не даем рыбий жир. Во сколько первый раз пытался ползти, уверенно пополз, прям полетел в 6 месяцев. Пытались ползти где-то с 4,5. Тату на ноге давно набили, больно на этом месте, тоже хочу, но боюсь боли. Давно набила, наверное, лет 6-7 назад. Было, да, больно на костяшках, а так нормально, терпимо, в принципе. Ух ты, мячик улетел, Паш. Ты жена бомжа, что ли, да? Это просто по версии мужика. Про джим заказывала как-то игрушку ребенка, я не успела ее распаковать, и детальки отвалились. Блин, жесть, короче. А я вот заметила, сейчас просто очень сильно... Я, кстати, раньше, может быть, я не замечала, и никогда не видела, чтобы, например, Алиэкспресс рекламировали. Вроде была, но как-то не так. А сейчас вот прям джим... Да, и Пандау рекламируют просто капец как. Вообще на каждом канале, через, наверное, каждую рекламу, вот их реклама. Какая-то тавтология долбанная. Но я вот просто задалась вопросом, реально ли там так клево. Покажи, как балкон сделали. А мы его еще не доделали. Там каких-то палок не было. Их только 17 числа должны были привезти в Леруа. Вот. И поэтому еще не доделали. Так, приемов пищи 5. Черное кольцо. Вот. Это не одно кольцо, это 3 маленьких. Как бы, блин. Ну, короче, 3 маленьких. В этом, в Литуале. В Литуале, блин. Как он называется? В Санлайте. Перешли на один сон. Ну вот второй день, как видите. Кто так носит? Иди включай музыку. Вот там мотоцикл, музыку. Был розыгрыш, да, я же говорила, через сутки розыгрыш, поэтому он уже был. Довольна ли ты вашим увлажнителем? Какая фирма? Фирма Банека, цена около 5000.
В принципе, да, довольна. Калуга, привет. Нет, квартира наша. Когда перестали давать смесь на отдыхе в 12, почти в 12, в 11 месяцев, короче. Воронеж, привет. Дом, ну, вот эта комната, короче, с хламом. Собственно, вот так она выглядит. Тут у нас туалет и ванна, там другой туалет, там коридор, там еще одна кухня. Еще одна кухня, кухня и комната. Просто если я туда пойду, там не будет ловить, поэтому нет смысла. 5 раз кушаем. На каком-то перкорме стали компоты сухофруктов давать. Я не даю вообще компоты, соки. Паша, да, он всегда порядок наводит. Просто постоянно. Так, кишечная инфекция была, ставили капельницу, катетер в вену кололи 20 минут. О, да. Слушайте, ну, то, что перестала вставать, вообще, как говорят, это нормально, потому что, когда у ребенка идет процесс, типа, умело, и когда он сильно заболевает, то немножечко сдвигается вот этот вот период, типа то, что там мучиться вставать, там сидеть. Вот, то есть во время болезни это как бы нормально, то, что начинается тормозиться немножечко этот процесс, потом это все равно восстановится. А то, что сам по себе не играет, ну, конечно, там для ребенка это был стресс, и там боится, что, скорее всего, там опять какая-нибудь фигня произойдет, если там от него мама отойдет далеко. Поэтому я думаю, что в принципе это все налаживается со временем. Мы тоже, кстати, ну, нам тогда не было даже, наверное, полугода. Мы ходили, нам тоже не смогли поставить катетер с первого раза. На ЭКГ мы даже так в год и не сходили, потому что там у Паши случилась вообще долбанная истерика. Не знаю, как пойдем. Вот, спасибо, сынок. Мне лопаточку принес. Спасибо большое. Отнеси ее на место. Не надо тут ей кидать, но... Да. Да. До 6 месяцев были на ГВ, фотоэпиляцию не пробовала. Так. Выигрышные боксы с косметикой, как долго они будут идти? Слушайте, это зависит от Почты России, потому что вот, например, даже с деком то, что мы отправляли, как бы тоже не быстро все дошло, даже посылку там теряли, короче, мы разбирались с деком 2 дня, поэтому все зависит от этого. Должны были скинуть там номера треки отслеживания, вот, если вдруг не скинули, то вроде бы они у меня сохранились, поэтому напишите под последним постом, типа, посмотри в директ. Если, ну, с этим связано, я зайду и вам обязательно их пришлю, потому что так могу не найти в сообщениях. Так, почему не выездные? Ну, потому что так в жизни произошло. Вот. Спасибо большое. Паша, говорят, что ты милый. Да. Ты милый? Паша, ты милый? Что ты там показываешь? Что ты хочешь? Что? Ну иди за мячиком. Да, мячик. Кидай маме мячик. Почему ты на меня набрасываешься? Да. Привет, привет. Сколько у тебя минус или плюс? У меня минус 2. Дочь в кроватке спала, проснулась, сама встала первый раз. Держи за кроватку. О, кстати, у нас тоже так было. Причем вообще неожиданно и прям... Я сидела тоже на кровати, типа в телефоне залипала. Чего, ты ударился? Ну, нефиг лезть. Вот. И он встал, и я такая... Да ладно. Это было удивительно. Овощи начали давать 4,5 месяца. Так, что за книга? Книга, блин, я ее брала. Посмотрите в актуальном. Что-то там российская книга мамы. В актуальном покупке есть. Я прям фотку кидала или там даже видео.
сухой Hey Little, что-то там. Вот, слушайте, у меня осталось меньше 5%. Так что, пока есть время. Сейчас, секундочку. Так, смотрите. Так. Вот так выглядит кольца. Сейчас фокусируем. Вот, здесь одно что-то, блин, плохо фокусируется так. Может, так будет лучше видно, хрен знает. Да, типа оно, короче, с фианитами, вот, а эти два, они, ну, обычные, короче, обычные. Вот, и сейчас, собственно... Не могу одеть. Не могу одеть жирные пальцы. Так. И, собственно, вот так выглядит книжка. Скриньте. Вот. Так, Ирга рюкзак. Слушайте, я бы вам его показала, но я уже его отдала своей... Я, короче, не знаю, как она мне по-родственному. Ты о чем-то задумался? Ты о чем-то задумался? Что? То есть ты сидел нормально, спокойно, с умным видом. Как только на тебя направили камеру, ты начал как жучара себя вести, да? Нормально тебе лежится-то? Что ты злишься? Паш. А, господи. В общем, ладно, крошечки, блин, получилось, что я ненадолго к вам вышла. Телефон разряжается, к сожалению, на зарядку не могу поставить, потому что у меня не будет там ловить телефон. Вот. Чаще говорит мама, слушайте, знаете как, говорит тогда, когда ему надо. Вот мне многие говорили, что когда научится говорить мама, будет все время говорить мама. Вот реально, нифига подобного. Вот лично в моей ситуации. Мама говорит только тогда, когда обращается ко мне. Вот, поэтому... Добрался до книжки все-таки. Поэтому мы пойдем встречать муженька с работы. Должен скоро приехать. Поэтому хорошего вам дня. И вот в 8 вечера я, скорее всего, выставлю пост. Вот, почитайте. Надеюсь, вам пригодится, понравится. Будут очень прикольные рассылки по детским развивашкам. Вот. Она будет для всех. Это не то, что типа там один выиграл, другому ни хрена не досталось. Вот. Достанется всем, кто будет оставлять комментарии, в котором будет указана ваша почта. Вот. Собственно, пойду, короче, попью кофейку. Хорошего вам вечера. Еще, я думаю, увидимся в сторис. Вот. И всех чмоки-чмоки. Я думала, она выключилась, а она не выключилась. Еще раз пробую.